Салават Зарипов, село Муслюмово, Республики Татарстан. 5 Б класс Муслюмовской средней школы. На конкурс «Бородино глазами юного поколения». Поле славы. Владимир Степанов. Бородино. Здесь русские солдаты прославили отчизну на века. Здесь показал Кутузов Бонапарту всю мощь и силу русского штыка. Здесь бой кипел такой жестокой сечи. Еще в России не было у нас, когда дышать вдруг становилось нечем, и ясный день дыму сражения газ. И пусть за мной растаял в поднебесье той битвы дым, той битвы пушек гром. Мы до сих пор о ней слагаем песни, о наших предках память бережем. Бородино, родной земле частица, село, каких немало под Москвой. Ну как же сердце начинает биться при виде церкви с маковкой золотой. Здесь свято все, здесь нет героям счета, что были клятве до конца верны. Защитники России, патриоты, отечество любимые сыны. И вновь трубы победный клич несется, в парадном строе движутся полки. Над полем славы флаг российский бьется, блестят на солнце грозные штыки.